Вот это офигенный человек ко мне заглянул на канал. Меня зовут Аня, добро пожаловать ко мне в гости. Я продолжаю челлендж по сбору предметов определенных цветов. И сегодня хочу поискать все белые вещи. Предлагаю вам тоже зайти в току боком, играть параллельно вместе со мной. И я покажу, где найти самые уникальные и тайные предметы. Они обязательно вам приглянутся, я просто отвечаю. Несите, друзья, чаек, вкусняшки, запасайтесь тоже коробочками в игре и погнали на поиски. Давайте с вами возьмем коробочки и покинем домик. Листаем карту вправо и посетим первое местечко, кота-свалка. Начнем с бесплатной карты. Здесь хоть не так уж и много предметов белого цвета, но тем не менее они есть. Первая белая вещь – это, конечно же, питомец Нари, которого мы можем получить, поместив мисочку вот сюда. Давайте достанем своего персонажа с коробочками и закинем питомца. Двигаемся влево. Здесь, под люком, мы можем найти белого крампита. Тоже закидываем его в коробочку. Из одежды можно найти такое вот кимоно. Тоже закидываем в коробочку и посещаем гараж. Здесь мы можем найти вот такую белую коробочку. Внутри, конечно, шар, который не подходит по нашему цвету, но коробочку забрать вы можете. Хотя нет, не можете в коробку ее закинуть, но мы передадим персонажам. И также мы можем найти медицинскую одежду, которая тоже белого цвета. Покидаем с вами кота-свалку и направляемся в следующее местечко. Следующее место, которое мы посетим, почта. Все предметы я собирать не буду. Буду вам показывать только интересные и уникальные. Давайте достанем своего персонажа. Например, туалетную бумагу я не вижу, друзья, смысла брать. Ее, во-первых, можно достать в редакторе, а во-вторых, она не такая уникальная. Но может быть где-то и есть уникальная золотая туалетная бумага. Напишите тогда в комментариях. А мы листаем полочки и находим маску с Hello Kitty белого цвета. Костюмчик уже голубой. У Детама она больше тоже желтого цвета идет, поэтому не будем брать. Давайте пролистнем полочки. Следующая белая вещь — это вот такой туалетик. Давайте возьмем белую статуэтку. И тоже закинем в коробочки. Следующая белая вещь — это игрушка. Из коробочки достаем капюшон. Листаем полочки. И следующая белая вещь. Кстати, можно было бы взять домик Крампита. Как думаете? Давайте возьмем. Передадим только в руку персонажу и листаем дальше. Белая елочка. И одна белая игрушка. Также можно найти вот такой вот светильник. Листаем полочки и возвращаемся в самое начало. Мы взяли белые вещи. Давайте с вами покинем почту. Кстати, еще есть белые конверты, кому нужны. Покидаем почту и направляемся в следующее местечко. Интересное и немного полезное, потому что следующее место, которое мы посетим, — салон красоты. Здесь я хочу взять только белую краску. Возьмем два цвета вот таких. Второй, конечно, не чисто белый, но тоже отдает чем-то белым. Вот это, например, телесный цвет. Покидаем, друзья, парикмахерскую и направляемся в следующее местечко. Я предлагаю пролистнуть карту вправо и посетить ХАС. В этом здании полно белых вещей. Давайте достанем своего персонажа. Первую вещь, которую я хочу забрать, вот такой вот светильник какашечка. Также я бы взяла горшок с растением.
У нас еще есть белые картины. Их, ну, очень много. Я не уверена, что все сейчас поместится, но мы на всякий случай подготовились. Давайте еще вазочек добавим. И вот такую белую коробочку. Можно сюда, кстати, все и складывать. Положим игрушку. Лампочку. Миски. Можете забрать еще вот такую вот коробочку, но она идет желтым таким вот оттенком, поэтому, наверное, ее я брать не буду, возьму чисто белую. И пролистнем до конца. Мы можем найти еще одну белую лампу. Она уже на другой ножке идет, синенькой. Самая, конечно же, уникальная вещь, которая здесь находится, находится вот в этом шкафчике. Мы должны активировать секретик. Нажимаем на все кирпичики, и открывается потайная дверца. Здесь мы находим такого белого ленивца. И давайте его заберем. Закинем в коробочку и передадим персонажу. Можно еще забрать белые часы. Хотя они идут с черным ободком, поэтому даже не знаю, стоит ли забирать. Давайте, да, закинем. И покидаем ХАС. Следующее место, которое мы посетим, торговый центр Молл, первый этаж. Здесь, на вот этой вот стоечке, в самом начале, можно найти белую мышку. И в самой левой части локации мы можем найти белый телефон. Покидаем с вами торговый центр Молл и направляемся в следующее местечко. На этой карте я пока больше ничего бы не хотела забирать. Давайте пролистнем вправо и посетим жилую квартиру. Начнем со второго этажа. И отсюда мы можем забрать еще одну вазу. Кстати, висят те же самые картины, что и в ХАС. Но мы уже это забрали. Давайте с вами постучимся во вторую квартиру. И здесь будет девушка, у которой белый шлем. А на полочке на кухне находится белая кастрюлька. Мы все закидываем коробочки. Давайте немножко посмотрим, что тут еще есть. И предлагаю спуститься на первый этаж. Двигаемся влево. Здесь есть интересный тайничок. Он находится в этом шкафчике. Для этого надо отодвинуть игрушки и нажать на дверцу. Мы можем найти белую бумажку с подсказкой. И вот такую вот белую игрушечку. Яблочко, что-то вроде тыквы. Тыква-яблоко. Давайте с вами дойдем до конца и найдем белую посуду. Вот такой питомец сидит на кресле. Также мы можем забрать вот такой шар, потому что сейчас понадобится активировать секретик, да, друзья? Снова поднимаемся на второй этаж. Пишите в комментариях, какие вы уже успели собрать вещи, если ищете вместе со мной. Возможно, я что-то самое интересное и пропустила, но вы же мне поможете потом найти. Поставим коробочки, возьмем шар. И нам надо достать спиритическую доску. Теперь наводим шар на доску. Какие же чудеса творятся в Токубоке, я просто не могу поверить своим глазам. Посмотрите, это же ленивец-призрак. Шикарнейший у нас ленивец. Предлагаю с вами покинуть жилую квартиру. Следующее место, которое мы посетим, творческое здание на первом этаже. Отсюда мы заберем только костюмы, которые находятся в шкафчике. Они у нас белые костюмы для художника.
заляпанный, мне безумно нравится. Поднимемся на второй этаж. Здесь, вот в этом вот шкафчике, можно найти еще больше белых костюмов. Чисто белых, друзья, и капюшончик. Есть еще черный-белый, но мы заберем только белый. Поместим в коробочку. Я надеюсь, они еще помещаются и у нас там не забито. Давайте на всякий случай проверим. Да, вроде бы все закинулось. И можно забрать бутылочку с водой. Ставим своего персонажа и покидаем творческое здание. Листаем карту вправо. Посетим джунгли. Отсюда я хочу вам показать две вещи. Давайте достанем своего персонажа. Первую вещь, которую мы заберем, из туалета. Это вот такая белая картина. Вторую вещь, которую мы заберем, полароид. И он делает классные фоточки. Покидаем с вами джунгли и выдвигаемся в следующее местечко. Аттракционы. Здесь полно тоже белых вещей и белой еды. Самая вкусная часть для меня. Нам уже показывается белый шарик. Давайте, друзья, только коробочки поменяем. А эти передадим персонажам. И еще достанем своего персонажа. Вот такую вот сладкую вату мы можем найти. Первые белые вещи попадаются в магазинчике, а именно очки. И вот такой костюмчик белый. Еще, кстати, одна бутылочка с водой. Давайте ее поставим, чтобы можно было костюм поместить. Еще один белый шарик. Вот посмотрите, какое огромное облачко здесь обитает. В зоне фудкорта можно найти белую еду и попкорн. Покидаем парк аттракционов и направляемся в следующее местечко. На этой же карте посетим пещеру. И здесь можно найти белое платье. Давайте закинем в коробочку. И покидаем локацию. Листаем карту вправо. Посетим общежитие университетское. В гостиной можно найти вот такую вот белую фигурку. Давайте, кстати, персонаж достанем. А с правой стороны белый конверт. Начнем с левой части. Здесь мы можем найти белый календарик, еще одна бутылочка с водой, но я уже не буду ее брать. И вот такой кубик. Двигаемся теперь вправо. В этой комнате я хочу забрать только ноутбук, он белого цвета. Покидаем общежитие и направляемся в следующее местечко, тоже на этой карте. Мы посетим сейчас кафетерий университета. Там, где питаются наши студенты. Там, где питаюсь я, бывает. Здесь можно найти такую красивую белую чашку, на которой изображена утя, утечка. Покидаем с вами кафетерий и направляемся в следующее место. Листаем карту вправо. Листаем еще раз. И посетим ярмарку. Отсюда я хочу забрать вот такие вот шарики. Это похоже на какой-то сахар или что-то типа того. Также мы можем найти белого кролика. Закидываем в коробочку и покидаем локацию.
На школьной карте я бы ничего вам такого интересного не смогла показать, потому что я обижала все эти вот домики, и ничего так не приглянулось вроде. Но, друзья, напишите в комментариях, может быть, вы знаете какие-нибудь тайнички или интересные вещи, я могла пропустить. Но с вашей помощью потом вернусь и тоже что-нибудь найду. Мы листаем карту снова и посетим парк. Отсюда я хочу забрать вот такого белого котика. Покидаем парк и направляемся в следующее местечко. Самая белая карта, горнолыжная карта, я ее так называю. Давайте посетим зону спа. И в самом начале мы уже видим белые халаты, за дядечкой полотенце и маска. Давайте все это поместим к себе в коробочку. И, кстати, вы можете еще забрать попкорн, мы уже его забирали. Поэтому нам остается только вот такие полотенца собирать. Шапочку вот у этого дяденьки. Не будем его оголять, так уж и быть. Еще одна маска. Здесь сидят белые питомцы. И все это дело поместим сюда. Благополучно все у нас поместились в коробочку. Покидаем локацию. Следующее место, которое мы посетим, стоматология. Достанем своего персонажа. И для начала нам надо активировать секретик, почистив вот эти вот зубки. Открывается белый алмазик, который мы закидываем в коробочку. На столике можно найти мягкую игрушку в виде зубика. Самые белые вещи, наверное, здесь находятся. Можно найти белую маску. И если мы переведем на ночь, то сможем активировать еще один секретик. Найдем такой летающий белый зуб. Все это дело закидываем в коробочку. Кстати, можете еще найти вот такую челюсть забавную, но она идет с розовым ободочком, я ее, наверное, не буду класть себе, просто вам показываю. А так берите все, что хотите, можете взять еще вот такую медицинскую аптечку. Полезная штука, вернем с вами день, и на подносике можно найти много зубов. Давайте только отдельно их передадим какому-нибудь персонажу и покинем стоматологию. Посетим горнолыжный фудкорт. Достаем своего персонажа и двигаемся влево. Здесь мы можем найти белый вот такой мешочек, а в дверце белый телефон. Также с полочки вы можете достать белый диск. Давайте, кстати, посмотрим, что здесь за диск. Что-то белое, заснеженное. Интересный диск. Мы же то вставили? Нет, мне кажется, просто не работает кассета. Давайте поставим в коробочку. И будем двигаться вправо. В этой части нам надо активировать секретик. Для этого убираем костюмы и нажимаем на кнопочку. Открывается потайная дверца, где мы можем найти классные костюмы, белый рюкзак, шлем и вот такой вот самолетик. Передадим самолетик персонажу и продвинемся еще правее. Здесь можно найти белые очки. И, кстати, друзья, пока я двигалась в этот вот магазинчик, я пропустила, на трубе сидит такой белый зверечек. Покидаем локацию и направляемся в следующее место. Посетим первый домик со снеговичком.
И собственно здесь мы можем собрать снеговика. А к себе в коробочку поставим вот таких забавных питомцев. И продвинемся вправо. Здесь мы можем найти еще одного белого зверечка. И вот такое вот белое украшение в виде сердечка. Также вы можете найти белую посуду с чашечками и тарелочки. А еще в банке находится вот такая вот белая соль или сахар. Давайте поставим все это в коробочку. И из комнаты еще заберем белую игрушку. Полотенце мы уже брали, давайте не будем с вами больше полотенце брать. Туалетку я тоже не хочу брать. Лишь возьму еще вот такое растение в белом горшочке. Передадим коробочку персонажу и покинем локацию. Последнее местечко, которое я хочу посетить. Новое место, Пом-Пом. Давайте достанем своего персонажа. И в магазинчике видим белые игрушки. Одну мы уже такую забирали, я не буду ставить в коробочку. Двигаемся вправо. Отсюда я хочу забрать вот такого белого мышонка. В самой правой части мы можем найти белый телефон и белого мишку. Давайте закинем это дело в коробочку. И будем покидать локацию. Точно, друзья, я только что вспомнила, где можно найти еще белые вещи. Предлагаю сходить в жуткий дом. Там есть статуэтки белые. Как же я могла упустить такую прелесть? Еще есть такая вот белая ваза с завязшим цветком. Давайте все это дело передадим персонажам. И спустимся на первый этаж. Я честно не помню, есть ли здесь такие же белые статуэтки. Здесь есть белая вот такая миска. Но мы посуду уже много взяли, давайте не будем забирать. Мне не попадаются больше никакие белые статуэтки, поэтому давайте возвращаться домой. Теперь точно будем расставляться. Ну что, друзья, я закончила расставлять все белые вещи, которые успела найти. Если вам понравилось видео, то обязательно поставьте пальчик вверх и напишите в комментариях, какой цвет будем искать в следующий раз. А я буду заканчивать. Всем большое спасибо за внимание. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю всего самого наилучшего. Не болейте, много и вкусно кушайте. Всем удачи, всем пока!